Детскому восторгу от новых площадок у дома номер 90 в деревне Калиновка не было предела. Ребята старались поиграть везде, на каждом снаряде, чтобы найти свой любимый. А главное, они могли выбирать между игровой и спортивной зонами. Обе площадки мне очень сильно нравятся. И на одной можно развлечься, а на одной можно потренироваться. Каждый тренажер на спортивной площадке предназначен для определенных групп мышц. Можно подкачать ноги, руки и даже заняться растяжкой. Поддерживать или привести себя в форму жителям Калиновки теперь станет значительно проще. Не придется тратиться на абонемент в фитнес-зал, ведь крыша позволяет заниматься даже в плохую погоду. Это очень хорошая вещь. Есть даже при том возле дома вышел человек, просто от безделия даже подошел, два раза сделал, уже польза. Значит, работоспособность уже возрастет и здоровье прибавится. У Кости Малинина со спортивной площадкой связаны большие планы. Мальчик занимается гимнастикой, и теперь в его деревне появились все необходимые снаряды для летних тренировок. Маленький спортсмен уверен, с этой площадки начнется его путь к славе. Тут можно подкачаться и сделать себя знаменитостью. Пока дети осваивали игровой и спортивный комплексы, глава Ленинского района Валерий Венцель провел встречу со взрослыми жителями деревни. Валерий Николаевич сделал акцент на том, что ответственность за новые площадки лежит на самих жителях. Построить это одно. Самое основное – содержать это. Сохранить, мы понимаем, что на наших детских площадках периодически бывают подростки, которые по-своему себя ведут, но наша задача, чтобы это еще все-таки функционировало и поддерживали состояние. Также на встрече обсудили проблемные вопросы, в частности, отключение света на долгое время во всех домах без уведомления жильцов. Глава взял это дело под личный контроль, а в конце мероприятия было решено сделать общую фотографию, чтобы у каждого в памяти осталось это важное для деревни событие. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.